Всем привет на канале Тимур11TV. Сегодня мы продолжим читать приключения Незнайки. В прошлой серии мы остановились на том, что мы прочитали всю главу 15. Это половина приключения. Сегодня нас ждет глава 16, какая называется «Концерт». Ну что, поехали! Глава 16. Концерт. По всему городу разнеслась весть о знаменитом путешествии Незнайки и его товарищах, которые попали в больницу. Галочка и Кубышка без устали бегали из дома в дом и рассказывать новость подругам. Эти подруги всю очередь рассказывали другим подругам, другие третьим, и скоро все население города двинулись, как по команде, к больнице. Каждой малышке хотелось чем-нибудь помочь пострадавшим малышам. Они тащили с собой всякую всячину. У одних были вкусные пироги, у других варенье, у третьих сладкая пастила или компот. Через полчаса малышки запрудили свою больничную улицу. Конечно, в больницу, всю больничную улицу. Конечно, в больницу не могли пустить такое количество желающих. Кстати, я тут вам вопросик придумал. Если эта же глава называется «Концерт», чи вы когда-нибудь участвовали в каких-то концертах? Пишите цифру 1 или слово «да», если участвовали. Или пишите цифру 2 или слово «нет», если не участвовали. В следующей серии узнаем, за какой вариант было больше голосов. Медуница вышла на крыльцо и сказала, что больные ни в чем не нуждаются, поэтому все должны разойтись по домам и не шуметь здесь под окнами. Но малышки не хотели расходиться. Каким-то чудом им стало известно, что самый главный малыш по имени Незнайка должен выйти из больницы со своими товарищами Тюбиком и Гуслей. Медунице снова пришлось объявить, что Незнайка не выйдет до тех пор, пока все не разойдутся. Но малышки, вместо того, чтобы разойтись по домам, пошли к своим подругам, которые жили на больничной улице. Тогда Незнайка и Тюбик, и Гусля в сопровождении Снежинки и Синеглазки вышли на улицу, то увидели, что из всех окон выглядывает чуть не по десятку малышек. Незнайка был очень польщен таким вниманием. До его слуха летали голоса. «Незнайка! Вы скажите, который из них этот знаменитый Незнайка?» «Незнайка, вот тот в желтых брюках. Он ушастенький. Ни за что не сказала бы, что это Незнайка. У него довольно глуповатый вид». «Нет, точно. Вид, правда, у него глуповатый, но глаза очень умные. Одна малышка во втором этаже углового дома, увидев Незнайку, принялась махать руками и кричать тонким писклим: «Незнайка! Незнайка! Ура!» Она бесстрашно высовывалась из окна,
так что в конце концов чуть не вывалилась наружу. Хорошо, что остальные малышки успели поймать ее за ноги и втащить обратно. Фу, какой стыд! Этот незнайка может вообразить о себе на весь не весть что, сказала малышка со строгим худеньким личком и остреньким подбородком. Вы правы, ласточка, ответила ей другая малышка со вздремнутой верхней губой, из-под которой сверкали белые зубы. Малышам вовсе не надо показывать, что на них смотрят. Тогда они убедятся, что их шалости никто не заметит, не замечает, но сами перестанут шалить. Вот об этом я и говорю. Кисонька подхватила ласточка. Малышей надо презирать. Тогда они увидят, что их презирают, то побоятся обижать нас. Эти ласточка и кисонька жукали, пока не прожукали всем уши, что к прилетевшим малышам надо относиться с презрением. Все малышки условились между собой не замечать малышей, а если встретятся с ними на улице, то, завидев издали, поворачивать обратно или переходить на другую сторону из-за того условия. Однако вышло мало толку, каким чудом всем стало известно, что Тюбик художник, а Гусли замечательный музыкант, который умеет играть на флейте. Всем, конечно, хотелось скорее послушать игру на флейте, так как в зеленом городе умели играть только на арфах, а флейты никто ни разу не слышал. Многие даже не знали, что существует такой инструмент. Скоро малышки узнали, что Тюбик и Гусли поселились на Яблочной площади в доме, где жила малышка Пуговка со своими подружками. Во втором этаже дома под самой крышей была просторная комната с большим светлым окном во всю стену. Эта комната понравилась Тюбику за то, что была очень светлая, и они с Гусли решили поселиться в ней. А вот что было дальше, мы скоро узнаем. Мы это узнаем в следующей серии. А сейчас ставь лайк и подписывайся на канал Тимур 11 ТВ. Пока-пока, покеда!